Всем добрый день! Вы на канале Сад Александры. Итак, кусочек моего цветущего сада. Начинают наконец распускаться пиончики. Вот сорт, название утерян, буду вот пытаться восстановить. Ну, невероятно! Нежно-розовый такой барашек. Что-то будет с чем-то. Он только вот раскрылся сегодня. Они просто не по дням, по часам растут. Все прям на таких бутонах. Я могу сказать, что вот в том году без слез не глянешь здесь было. Что-то им здесь не нравилось. Я уже думала пересаживать. Но начала мульчировать в том году травой, удобрять. И вон, смотрите, какие кони выросли. Petit Elegance. Просто невероятная нежность. Смотрите, какой у него напыление сиреневое. Очень красивый цветок. Куст такой вот у меня невысокий. Сейчас вот как раз буду траву полоть. Смотрите, какой классный. Так. Это, по-моему, пара фру-фру распускается. Но потом с вами покажу полностью, в полном распуске. Так, здесь все еще на бутончиках. На бутончиках. Louis Choice меня в этом году радует. Радует. Просто невероятной красоты. Малюхонький пока такой цветочек. Ну, такой классный. Так, это вот новые посадки. Так, это у меня, скажу, Red Grace. Вот он, знаете, стоял уже давно вот такой вот на бутоне, но никак лопаться не хотел. Лопнул. Ну, вот тут вот скромно на одном один цветок только. Тут вот у меня сейчас как раз траву полю. Думаю, надо снять. Пока тихо. Пока траву никто не косит. Посмотрите на эти яркие краски. Я хожу тут как пчелка. Хожу и каждый раз тут разглядываю новое. Вот. Просто буйство красок. Вы посмотрите. Вот и кто скажет, не любит ирисы, вам такое не понравится? Мне кажется, мимо них нельзя пройти мимо. Просто в этом году лошади какие-то у меня получились. Вот. Нашла видео прошлого года. Как раз я вам этот участок снимала. Думаю, смотрю, все так лысенько. Все так еле-еле. А это вот, вот это вот сорт не сняла. Надо сейчас снять. Пропустила. Этот вот зеленый. Зеленый-желтый прям мой фаворит, прям шикарный. Ну а здесь, конечно, просто что-то с чем-то. Посмотрите на эту красотищу. Ой, жалко так. Видите, как на дорожке у меня здесь препятствия. Этот сюда свисает, а тот оттуда. И стрелки-то такие тяжелые, цветки огромные. Здесь, надеюсь, коробочка. Вот, смотрите. Представляете, хотела помочь. Вот некоторые так тяжело распускаются, вот долго вот так стоят. Вот ты порвала листочек. Ну что такое? Ну, я надеюсь, он меня простит. Зато посмотрите, какой он шикарный. Шикарный. Просто так кто-то у нас еще ждет. Мы же тебя ждем. Обязательно. Розовый, конечно. Вот розовых было у меня. Практически нет ирисов, но это невероятно красиво. Еще раз покажу вам этого барашка. Обалдеть. Вы не представляете, какой стоит аромат. Какая лошадь. Просто сама нежность. Один бутон чего стоит. Смотрите, какой бочоночек. Так, а это вот сорта, которые у меня название
Я не знаю, я их приобретала в начале своего помешательства. Вот. Но вы посмотрите, какой он. Он черный. Вот так вот смотришь, прям черный. Вы видите, что он не черный. Черных ирисов не бывает. Вот этот я брала, я помню, у бабушки на рынке. Он такой, знаете, рыжее пятно. Но классно смотрится. Попробовала вот несколько опылить. Так, тут что-то вот. Ждем тебя. Тут у меня почему-то случился выпад. Не знаю, чем это обусловлено. Вот такой красавчик. Это вот мои сеянцы, которые 50 оттенков фиолетового. Вы посмотрите. Чудо. Надо же было так. Природа. Как говорят, небесная канцелярия постаралась. Пойдемте, я вам покажу другой уголочек. Просто что-то с чем-то. Может, батарейка садится, но я вам не могу не показать сейчас. Пойдемте со мной. Это вот еще одни, как мне сказали, написали. Нету, говорит, у вас сада, а сплошные грядки с цветами. Еще одни грядки с цветами. Выращиваю, как мне удобно. Для их красоты. Смотрите, какой желтый птенчик тут вылупляется. Так, пойдемте сюда. Вот именно его я и опыляла, когда получила свою серию 50 оттенков фиолетового. Но не помню, кто был папа, но точно не подлец. Смотрите, это тоже сорт утерян, но просто невероятное буйство красок. Такой вот голубой и необычное сочетание расцветок. Пойдемте с вами дальше. Смотрите. А это детки их. Детки-конфетки. Вот не знаю, куда я это буду сажать. Потому что вот кого-то, да, там, ну вот штук 20, там 10, да, выросли семечки. А кого-то просто смотрите. Просто, я не знаю, тут, наверное, их 1000. Надеюсь, не получится, что все фиолетовые. Ой. Вот такая вот вам красота в ленту с утра для поднятия настроения. Просто выхожу каждый раз и не могу не налюбоваться. Пойдемте. Просто стоишь вот здесь вот и зависаешь, не знаешь, как тебе запомнить вот это все, поэтому стараешься нафотографировать, снять видео, чтобы потом пересматривать и понимать, как же все-таки это прекрасно. Просто чудом. В этом году мне уже их надо рассаживать, поделить, потому что им там уже тесновато. Хотя вот некоторые сорта, да, зацвели в этом году первый раз. Так долго что-то они... Я их ждала. Так долго они решались, набирали силы. Вы только посмотрите на это чудо. Ну, просто... Невероятной красоты. Все. Всем спасибо. До скорой встреч. Хороших выходных. Пока-пока.